В Доме культуры села Сыротиньи-Веки района Теленешть ведется капитальный ремонт. Деньги, больше 7 миллионов леев, были выделены в рамках правительственной программы «Европейское село». Работы начались в октябре. С тех пор поменяли все окна и крышу. Сейчас здание теплоизолируют, а затем планируется отремонтировать актовый зал на 500 мест и прочие помещения. Дом культуры в селе Сыротиньи-Веки построили в 1964 году. Капитально здание не ремонтировали ни разу. Валерий Стигару руководит учреждением уже больше 40 лет. Местные артисты вынуждены были работать в плохих условиях, говорит он, так как из-за дыр в потолке в дождливую погоду помещение заливало водой. Все эти годы капитальный ремонт не проводился, только текущий. Двери красили. Мы все собирались в маленьком помещении. Там пели, проводили мероприятия, сильно мерзли. Решение отремонтировать именно Дом культуры не было случайным, говорит мэр коммуны Сыротиньи-Веки Вероника Купча. За это высказались сельчане на собрании с участием местной администрации. Мэр подала заявку на участие в правительственной программе «Европейское село». Проект выиграл. На него выделили больше 7 миллионов леев. Еще в 2020 году мы пригласили специалистов, которые провели экспертизу здания. В 2021 работали над техническим проектом. Когда появилась возможность принять участие в программе «Европейское село», мы это сделали. Ведь каждый мэр в Молдове старается привлечь инвестиции в свой населенный пункт. Республика Молдова вреса дух кат мемолты инвестиций в локалитете. Работы планируют завершить в феврале 2023 года. Проект предусматривает капитальный ремонт потолка и крыши, укрепление здания, ремонт лестниц. Крышу полностью поменяли. Работы, связанные с потолком, еще продолжаются. Далее последуют лестницы и балкон. Освоено уже примерно 4 миллиона леев. В коммуне Сыротиньи-Веки района Теленешть проживают примерно 2600 человек.